Здорово всем, народ, с вами Рэпер Трейдер. Планирую я сегодня заключить, сегодня у нас выходной, уже воскресенье. Планирую сегодня заключить 4 сделки. Все строго, по цели. Сейчас пусть дойдет до уровня, появится зеленая свеча. Видите, нарисовал уровень. И от него уже будем отталкиваться на повышение. Идет пробитие. Здесь спешить не нужно. Дожидаемся зеленой свечи и заходим на повышение. Итак, у нас показалась первая зеленая свеча, вторая. Здесь заходим на 20 долларов на повышение. На 20 евро на повышение. Так, видите, уровень был пробит. Показался вот такой вот маленький пин-бар и пошел разворот. Чисто анализ, никаких индикаторов, без индикаторной торговли. Я вас всех учу прежде всего это анализировать. Никакие индикаторы, никакие роботы вам не помогут, народ. Опыт и анализ, больше ничего. И знаете, со временем, когда вы уже много торгуете, у вас, когда вы уже много торгуете, азарт весь пропадает, жадность, она вся пропадает. Вы уже становитесь реально, поставили себе цель, выполнили цель, ушли с рынка, проиграли, ничего страшного. Вы знаете, что в будущем, что в перспективе, вы всегда будете в плюсе. Так, 3, 2, 1. Сделка закрывается, и мы в деньгах. Ставил я на минуту. Смотрите, когда вы ставите на минуту, еще вам такое скажу. Например, общую картину там графика, ну вот, да, например. Ну, нисходящий тренд. Она как бы вам не сильно играет роль, потому что вы вот в маленьких промежутках ставите. Если бы вы ставили, например, на 10 минут, на 20, да, это бы картина вам что-то дала. А так вы ловите маленькие развороты. Я ловлю развороты. То есть мне не сильно, мне важен вот этот вот участок. Вот этот вот участок мне был важен. И сместил я линию. И мне была важна линия. Линия поддержки. И я по ней увидел, что произошло пробитие. Нарисовалась зеленая свеча. Тренд пошел вверх. И я заключил сделку вверх. Все довольно-таки просто. Еще вам скажу то, что сколько бы всего вы не перепробовали, вы всегда будете возвращаться к самому простому, потому что самое простое, оно самое действенное. Здесь мы на самом деле можем словить сейчас разворот. Давайте дождемся уверенных две красных свечи на понижение и будем ставить на понижение. Главное здесь никуда не спешить. Будет 2 15-секундные свечи красные. Можно смело заходить на понижение. Одна есть, вторая вырисовывается. Вторая не вырисовывается. Так что ждем. Так, давайте я вам нарисую уровень. Итак, у нас уже 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шестая свеча не смогла пробить уровень. Вырисовывается вторая красная. Будем заходить на 20 на понижение. Так, все идет отлично. Видите, нарисовался у нас коридор. Нарисовал две линии. Можно так сказать. По скальпингу работаю, как и работал. Народ, это самая действенная стратегия. Ничего не ищите. Анализ, упорство и труд. И я вам даю гарантию, что все у вас будет получаться. Так, сделка закрылась. Снова мы получили свои 17 евро. Скальпинг работает, можно здесь опять зайти на повышение, если он сюда дойдет. Здесь пока, видите, график между двух линий, я ничего не могу предположить, куда он пойдет. Здесь лучше в сделку не входить.
Так, 17 из 17 евро, сколько там, и 34 евро заработали. Народ, знаете, я, наверное, сегодня остановлюсь. Неплохая сумма, всего лишь за пару минут заработать 34 евро, я считаю, это очень хороший результат. И вам советую также. Не гонитесь никогда за деньгами, не гонитесь, и они всегда у вас будут. Если вы будете жадничать, если вы будете думать, вот так как же все хорошо идет, ну-ка давай я еще заработаю, не заработайте. Будет слив, эмоции вас всегда подведут. Заработали, с хорошим настроением ушли. Даже если вы проиграли, тоже ушли, вы знаете, что в будущем вы будете в плюсе. Так что советую вам, народ, останавливаться. Не гонитесь за деньгами, не гонитесь за этими разгонами депозита. Делайте уверенно свою сумму, выводите, и все у вас будет отлично. С вами был Рэпер Трейдер. Желаю всем успеха, денег и всего самого наилучшего. Всем пока.